Здравствуйте, меня зовут Бедянуш. Здравствуйте, Эльдорбек. Здравствуйте, меня зовут Махамад Фимарфбек. Здравствуйте, меня зовут Артем. Меня зовут Даниэль. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Я застройщик, строю дома, частные дома. И занимаюсь этим довольно уже где-то около 5 лет. Поэтому часто заказывал дизайнера интерьера, экстерьера. Потом думал сам изучить эту сферу, может. Но мне это очень понравилось. У меня была цель научиться 3D-моделированию, потому что я очень хочу заниматься моделированием в играх. Я выбрал это направление из-за желания научиться современной и востребованной профессии. Очень понравилось, прям зашло. С детства любил рисовать и решил развиваться, чтобы попробовать что-то на компьютере. В первую очередь хотел сменить свой образ жизни, чему-то новому научиться, достичь чего-то большего, чем имею. Хороший человек и всегда поможет любому вопросу. Есть ответ всегда. Михаил очень замечательный человек, очень добрый, отзывчивый, всегда готов помочь. И я очень рада, что попала именно в его группу. Преподаватель отзывчивый, веселый, крутой, и я очень благодарен ему. Все понравилось. Очень добрый, позитивный человек. Поможешь, когда надо, когда спросишь. Отзывчивый человек, если задаешь вопросы, всегда сразу отвечает и может помочь в любой ситуации. Все отлично. Хорошее впечатление получили. Курс очень понравился мне. Впечатления отличные. Я ничуть не пожалела, что записалась на курс. Впечатление самое приятное. Только положительное. Впечатление хорошее. Смог развиться, как бы уровня не было, и смог чего-то достичь. Только положительное. Опять же, строить дома. Продолжу эту сферу, но уже, как бы сказать, стараюсь профессионально к этому относиться. Хотелось бы вступить в компанию по разработке игр и продолжить в этой сфере. В дальнейшем хочу развиваться и набирать опыта, и продолжать в том же духе. В дальнейшем хочу попробовать себя еще в других сферах, помимо 3D. Хочу еще научиться чему-то новому. Развиваться и в будущем, если получится, найти работу в этой сфере. Для начала найти работу и уже совершенствоваться дальше. Многое слушал в соцсетях, и рекомендации были. Я вообще долго искала, в какой учебный центр пойти, и наткнулась в Инстаграме на ваш учебный центр, и мне очень понравилась энергетика, наверное. Мне посоветовали, и я нашел вас в соцсетях. Друзья посоветовали. Много знакомых тут учились, порекомендовали, я пришел. Увидел рекламу, ай, давай попробуем. Находится рядом с моей работой, рабочим местом и с домом. Минусов нет, плюсы в том, что тут классная администрация, преподаватели отзывчивые, и все тут круто. Есть коворкинг, ты можешь, если у тебя нету компьютера, приходить и заниматься. Минусов нету, плюсы – это коворкинг и учителя, которые могут помочь тебе там. Из плюсов – хорошие, позитивные учителя, понятная форма обучения, хорошо доносят. Большой плюс – это коворкинг, то есть когда у кого-то нету компа, можно прийти и позаниматься там. И учителя, естественно, везде.